уважаемые дамы и господа. Мы приветствуем вас как авторы любительской песни. Ну, я думаю, что обо мне говорить много не приходится, потому что вы меня все знаете. Я известный бард Юра. А Шура, так скажем, менее известный бард. Вы знаете, и даже не бард, а он... Вы знаете, вообще, когда мы выходим на сцену, то многие очень задают нам вопросы. Шура, это он или она? Я скажу, что это личное, и поэтому мы тайну раскрывать не будем. Правда, Шура? Значит, я лауреат Игрушинского фестиваля, Яблочного, Сливового, Вишневого. А Шура же, она рэпер. И поэтому у нас сейчас новое название – бардопёры. Хочу добавить, что мы вообще всегда были в андеграунде, в глубоком. В принципе, из него не выбираемся. Понимаете, мы кроты российской эстрады. Я вообще говорить не люблю. Я люблю рэповать. Юра, давай нашу бардопёрскую первую. Грибную, походную. Рэпуй, Шура. Года два назад это было. Он воскресный солнечный день. Юра говорит: Шура, чё мы как идиоты дома сидим? Погода класс, пойдем за грибами. Думаю, в самом деле, чё бы не пойти. Ну, корзинку взяли, все, бутербродов-то делали, я сапоги. Первого сапоги, 2 года их не одевала, думаю, господи, правой ногам так натерла уже, рассох, башмак рассохся, думаю, удалец мне дойдет, ну дошли, сейчас ходим, собираем грибы, грибов нет, ну вообще как повырубили, понимаете, второй ходим, вообще ни одного гриба, третий ходим, нет грибов вообще, думаю, да где же это, что ж все побрали что ли, смотрим, мужик сидит на пеньке, нормальный такой с бородой сидит, ну думаю, ах ты гад, он все грибы побрал, он говорит, а, грибы, я говорю, да, он грибы, я говорю, да где грибы, он грибы отсюда, какие грибы в январе месяце. С удовольствием представляем вторую композицию. Называется она «Рыбацкая походная». Рыбой широк. 3 года назад это было, как сейчас помню. 3 часа ночи, как жахнет мне что-то по башке. Я думаю, что такое? Юрка проснулся, говорит, рыбалка проснем. Ну, в самом деле, утренний клев. Пойдем на рыбалку. Я, говорит, червей накопал. Подумаю, в самом деле, а что бы не пойти? Думаю, надо подготовиться. Маночку-то замесить. Замесила манка зерно к зерну. Приходим на наше место, никого. Рассвет. Час сидим, не клюет. 2-й сидим, не клюет. 3-й сидим, не клюет. Думаю, что я сижу не завтракавши. Сейчас я эту кашу буду рыбам скармливать. Сейчас! Сама я зарубаю. И зарубила. Я потом братка что-то не зарубил. С тех пор я рыбалку не люблю. Дай допеть. Чисто для вас, чисто на бис. Хотим исполнить 3-ю композицию. Охотничья походная. Рыпой, Шура. Как сейчас помню. 4 года назад это было. Юра говорит, что мы как идиоты дома сидим. Воскресный день, нормально, солнце светит. Давай сходим в лес, на охоту завалим кого. Я думаю, в самом деле, достали берлар, бердану, волыну, патроны. Отправились в лес на охоту. Я иду по дороге, думаю, интересно, кого валить-то идем? Говорю, кого валить будем? Лося? Молчит Юрок. Я говорю, кого валить будем? Зайку? Молчит Юрок. Я говорю, Юрок, кого валить будем? Я говорю, белку? Молчит Юрок. Я говорю, кого валить будем? Суслика? Он говорит, тебя, Шура. С тех пор я охоту не люблю. Спасибо, дорогие друзья. Если вы действительно заинтересовались нашим творчеством, мы с Юрком хотим пригласить вас на наши сольники, которые состоятся в ближайший понедельник в ДК «Пара». Сольники будут в 9, в 9.30, в 10 и в 10.30 утра. Дополнительные 10.45. Билеты у Юры.
Спасибо. Мы это не любим. Лучше продуктами.